Кстати, лучший футболист мира Криштиану Роналду 10 лет назад побеждал с Манчестером в финале Лиги чемпионов, а сейчас форварду Реала грозит большой штраф за неуплату налогов и даже тюремный срок. По сообщениям испанских СМИ, Роналду провел деньги, которые получил за рекламу и реализацию своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. Называется даже сумма неуплаты налогов. Это 8 миллионов евро. Никак не разберется с Фемидой и другой знаменитый футболист Лионель Месси. Верховный суд Испании оставил в силе приговор, вынесенный еще летом прошлого года. По данным следствия, аргентинец задолжал испанской казне более 4 миллионов евро. Лидеру Барселоны грозит 21 месяц ареста. Впрочем, Лионель все еще может избежать тюрьмы по испанским законам. Если приговор первый и срок меньше 2 лет, то отбывать наказание осужденный может условно.